Дополнительно установлено месторасположение 255 сибирь-язвенных захоронений, 620 огорожены, установлено 761 опознавательных знаков, в государственный земельный кадастр внесены координаты 426 захоронений. В целом ситуация выглядит следующим образом. Из 2607 зарегистрированных сибирь-язвенных захоронений установлено 2145. Из них 125 не имеет опознавательных знаков. Наибольшее количество приходится на Павлодарскую 46, Кустанайскую 33, Атрауцкую 25. 271 неогорожены. Здесь наибольшее количество отмечается в Западно-Казахстанской области 139, Павлодарской 45, Кустанайской 33.